Я не знаю, что значит это слово «подранки». Подранки – слово не из современного лексикона. Так называют птиц с подбитым крылом. Кинорежиссер Николай Губенко назвал этим словом детей войны, лишившихся дома и родителей, чудом выживших в страшное лихолетие, обожженных войной и в минуту повзрослевших. Несомненно, сейчас снимаются тоже отличные картины, но советское кино, оно более, жизненное. Налей ему еще. Я только капельку, я больше не буду. Спасибо. О судьбе этих мальчишек режиссер знает как никто. Отец Николая Губенко был летчиком и погиб на фронте еще до рождения сына. Мать повесили немцы. Детство мальчик провел в детском доме, практически так же, как и главный герой картины. И таких, как я, после 45-го года в стране под названием СССР было 19 миллионов осиротевших, лишившихся родителей. Конечно, счастье, что не стыдно за то, что мы делали. И главное, что я вспоминала, сейчас вот сидела, как мы были в Каннах, и фильм смотрели там. И зал буквально, вот муха пролетит и слышно, залы были битком набиты, и Лёня Филатов, который был осенью в Париже, писал, что единственное, где я видел очереди, это на фильм «Подранки». В 1977 году фильм «Подранки» был показан во Франции на юбилейном 30-м Каннском кинофестивале. После того, как в зале зажгли свет, то увидели, как самая модная публика Европы прячет от фотографов свои заплаканные глаза. Прошло 42 года с того дня, и сегодня эту эмоционально сложную картину показывают столичным школьникам в рамках городского проекта «Московское кино в школе». Этот фильм действительно возбудил во мне какие-то эмоции, о которых я даже и не предполагал.
Та атмосфера одиночества, горя, сложная обстановка, она впитывается в тебя, и ты выходишь из зала, будто новый человек. Если честно, я испытывала сочувствие. Я не знаю, мне хотелось просто заплакать почему-то. Мы каждый месяц транслируем фильмы. Мы смотрели «Берегись автомобиля», мы смотрели «Броненосец Потемкин». С ребятами мы ходили к нашим соседям в школу напротив, когда туда приезжал Карен Шахназаров с фильмом «Курьер». То есть мы постоянно участвуем в этом проекте. На самом деле это отличная возможность показать детям фильмы, ну, допустим, моих родителей, да, и это возвращает нас в нашу историю, укрепляет какие-то культурные ценности. Это очень важно, и самое главное, что у ребят появляется такой межпоколенческий диалог, да, то есть за счет средств кинематографа мы устанавливаем связь между поколениями. Я очень надеюсь, что мои дети будут по-другому воспринимать отношения в семье, хранить то, что у них есть, и ценить самое главное то, что у них есть, да, родителей, братьев, сестер, то есть любить себя, любить свою жизнь и думать и знать о том, что у предыдущего поколения, да, там даже через два поколения, такой возможности не было, потому что они пережили войну. Было интересно, захватило кино, как бы я не отвлекался. Больше всего меня тронул эпизод с тем моментом, где у Алёши отбирают родительский кортик. Это последняя память об отце, последнее то, что осталось от него. Поэтому это была вещь, которая лежала у него в душе, у Алёши. Может быть, я бы также защищал кортик, либо что-нибудь другое, то, что осталось бы мне, потому что это мне очень дорого, я бы просто так не отдал. Это отцовский кортик, не имеет права! Иначе ты пожалеешь. Честное слово, это подарок. Проект «Московское кино в школе» – это возможность подрастающему поколению через фильмы понять историю своей страны. Это возможность обсудить увиденное с авторами и создателями картин. И это новая традиция – постигать величайшее из искусств прямо в школьном кинозале. А значит, список любимых фильмов будет только расти. Мне кажется, мой сейчас на данный момент самый любимый – это как раз Тарковского «Солярис», потому что я его посмотрел 2 или 3 раза, и я до конца как раз не понял фильм. Мне кажется, это как раз большой плюс, то, что ты можешь смотреть каждый раз, и смотря возраст, ты подчеркиваешь что-нибудь, какие-то новые либо знания, и можешь узнать что-то большее. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и скажу тебе, как брату, душу не мути, а не то рвану по снегу, кто меня вернет? И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой.